Подождите! Мы за вас, мы с вами! Присягу народу давали! Вы давали присягу народу, блядь! А народ здесь! Никто не вышел. Сепаратисты перешли к решительным действиям. Начался штурм воинской части. В 10 выстрелили первые сигнальные ракеты и раздались очереди, похожие на автоматные. Сами нападавшие утверждают, против них использовали целый арсенал. Автоматы, калашники, пулеметы. Нет, автоматическое. Огнестрельное и травматическое. И газ. И газ. Огнестрельное. Светошумовые, петарды, да. Огнестрельное и травматическое. Осколочки, все было, все было. Кто первым стрелял на поражение, гвардейцы или атакующие, непонятно. На место происшествия приехали несколько подразделений милиции и спецназ. Информация о погибших и раненых появилась только утром. По предварительным данным, в результате ночных стычек были убиты 3 человека, 13 ранены, 63 задержаны. Дарья Степаненко, Первый городской.